Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет об интересном фаниклоне современности Терминатор 2020. Как вы помните, в 90-е была похожая приставка. Была она от того же производителя и имела схожее название. Сегодня у нас будет обзор именно на эту модель. Давайте взглянем на коробку. Она имеет приятный красочный дизайн и глянцевую обложку. Как мы видим, здесь указан производитель приставки Endingman, ее маркировка FH008. На центральной части изображена сама консоль и два входящих джойстика в комплект. Также приставка имеет 88 встроенных игр. Давайте же посмотрим на комплектацию данной приставки. Приставку входит AV-кабель стандартный, кабель питания microUSB, также входит два вот таких вот джойстика с узким входом 9 пин, фирменный адаптер. Переходником, что очень важно для наших сетей. И, собственно говоря, сама консоль. А теперь рассмотрим подробно каждый из девайсов, находящихся здесь. Очень качественный 2-метровый моно аудио-видео кабель, сделанный из качественного пластика, который будет служить верой и правдой. Следующее. Это андроидный адаптер на 5 вольт 1 миллиампер. Что примечательно, для питания приставки можно использовать любой подходящий адаптер для мобильника. Переходник, входящий в комплект на нашей розетке. Адаптер не греется. Хочу обратить ваше внимание на джойстик. Выполнен он в удобной изогнутой форме. Классическая крестовина. Кнопки старт-селек нажимаются плавно, но здесь одна особенность. Кнопки турбо смещены в сторону, и поэтому при игре немного неудобно играть. То есть, если по классической схеме кнопки располагаются в форме квадрата, то здесь они в форме ромба. А так джойстики очень удобные по эргономике. Длина кабеля этого джойстика составляет 1 метр. Кабель питания длиной тоже 1 метр. На конце microUSB. Далее рассмотрим саму консоль. Сама консоль выполнена в уменьшенном форм-факторе. Как мы помним, в 90-х приставка была больше по размерам. Также вот эти вот большие кнопки Power и Reset. Кнопки немного хлипкие, но на работоспособности это не сказывается. Нажимаются они отлично. Кнопка Inject – это всего лишь муляж. То есть картридж приходится самому всовывать и высовывать. Далее, на передней панели располагается светодиод включения, стандартные 9-пин разъемы для джойстиков. Кстати, я не упомянул то, что любой джойстик подходящий можно сюда заменить без проблем. Далее, перенесемся к задней части приставки. На задней части выводы, аудио и видео, и также разъем для подключения питания адаптера. На передней части располагается логотип фирмы, китайскими иероглифами написано, и название приставки «Терминатор». Также, как мы видим, здесь удобный слот для картриджей. Его закрывает антипылевая шторка, которая препятствует попаданию пыли и грязи, что очень удобно при использовании платок. Далее рассмотрим низ приставки. Внизу, как мы видим,
сделаны специальные ножки и прорези для вентиляции, чтобы внутренности отлично охлаждались во время игры и не нагревались. На нижней части располагается наклейка, где указана маркировка приставки FH008, сигнал, в котором работает приставка PAL-D, и питание 5 вольт 1 ампер. Также здесь указана распиновка microUSB. Давайте же посмотрим, что внутри данной приставки. Как мы видим, первая микросхема отвечает за порты джойстиков, LED-светодиод и кнопки включения и reset. Как мы видим, здесь все коннекторы надежно приклеены клеем, чтобы не сорвать, не дай бог. Вот этот шлейф идет на главную материнскую плату. Выполненная она в очень качественном стиле, очень качественная пайка, видно, что паяли на заводе именно. Вся вот эта микроэлектроника, которая распаяна, и конденсаторы, она устойчива к помехам. Это делает большой плюс к этой приставке. Далее мы видим вот эту главную схему, она отвечает за встроенные игры. Вот эта вот капля, здесь располагается сама микросхема Dendy. Здесь кварцевый генератор PAL. Далее идем, вот этот шлейф идет на плату питания. Как мы видим, она совсем маленькая. Здесь распаяны только порты выходов аудио и видео и коннектор питания. Она практически не греется. Сейчас мы посмотрим. Здесь она на заглушках стоит. Здесь, с другой стороны, располагается специальный элемент, преобразователь питания, который распределяет нагрузку. И уже, соответственно, по этому шлейфу идет питание на материнскую плату. Здесь стоят конденсаторы питания, которые усиливают мощность и передают ее, соответственно, вот на эту микросхему, на микросхему Dendy. Давайте же рассмотрим сам джойстик в разборе. Как мы видим, применяется большая печатная плата, толстая и качественная. Контактные площадки все грамотно разведены, то есть нет таких никаких зазубрин, заусенцев. Качественное лаковое покрытие, которое препятствует коррозии. Контакты тоже специальным напылением, которое препятствует возникновению всяких окислов, то есть что очень тоже важно. Далее смотрим. Здесь кабельная микросхема, которая является микросхемой самого джойстика. То есть джойстик именно вот здесь, вот в этой капле располагается, схема управления. Проводки все подведены сзади, что очень удобно. Они не путаются сверху, не мешаются, то есть их нельзя оторвать, как было в старых клонах, если вы помните. Когда вы разбирали джойстик, можно было легко этот проводок тонкий порвать. Здесь же все очень качественно сделано. Как мы видим, на задней части здесь распаяны провода и специальный резистор, который защищает от статики. То есть, чтобы при подключении джойстик не выбило статическим электричеством. Как мы видим, здесь вставлены качественные силиконовые толстые резинки. Если сравнивать с качеством от New Game, то это на порядок лучше. Они толстые, не продавливаются и прослужат верой и правдой не один год. Давайте более подробно рассмотрим сам джойстик. Как мы видим, здесь установлена классическая крестовина, классический D-pad я бы его назвал. В оригинале он был круглой формы. Кнопки Start и Select, логотип Терминатор. И отдельно я бы хотел бы акцентировать ваше внимание на эти кнопки. По логике вещей, кнопка А должна располагаться здесь, а кнопка Б здесь. Здесь же они перепутаны местами, что выглядит нелогично. То есть вот это вот отвечает, вот этот ряд кнопок отвечает за турбо кнопки, а эти за простые кнопки. И приходится изворачиваться, что не очень удобно. Давайте подробнее остановимся на адаптере питания. Как мы видим, адаптер универсальный. Он поддерживает и 100 вольт, и 240 вольт. Далее, в комплекте идет вот такой переходник замечательный на нашей розетке.
его без проблем можно подключить к нашим сетям. К тому же стоит отметить, что адаптер имеет стандартный провод microUSB, и от любого мобильника можно тоже без проблем запитать приставку. Адаптер весьма хорошего качества, сделан из прочного пластика, не греется, не шумит. Очень хорошая вещь. Итак, друзья, плюсом данной приставки я отнесу великолепное качество изготовления самой консоли, отличное качество картинки и звука. Также отмечу мягкий слот для картриджей. Картриджи прекрасно вставляются и вынимаются. Также отмечу защитную шторку, которая прекрасно защищает от пыли и грязи. К минусам я отнесу нестандартное расположение кнопок на самих джойстиках. Приходится изворачиваться, если вы привыкли к стандартному управлению. Турбокнопки здесь размещены, немного уходят в бок, что нестандартно. Также к минусам можно отнести вот муляж вот этой кнопки. То есть он сделан здесь только ради вида. В остальном это отличная консоль. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем обзоре.